Смуглая и черноволосая, она напоминала диковинный тропический цветок, волею случая попавший в изысканные парижские салоны. Не отличаясь особой красотой, Жозефина де Богарне считалась одной из самых обольстительных женщин эпохи Французской революции. Детство Жозефины прошло на тропическом острове Мартиника. Ее отец, плантатор Жозеф Таше де Лапажери, происходил из обедневшего дворянского рода, а мать была коренной островитянкой. Юную креолку, выросшую под присмотром нянек-туземок, рано потянуло на любовные приключения. И отец, которого тревожило легкомыслие дочери, отправил ее в Париж под опеку тетки госпожи де Ренаден. Та, недолго думая, решила выдать 15-летнюю Жозефину замуж за Александра де Богарне, сына своего любовника. И в 1779 году Жозефина стала виконтессой де Богарне. Союз оказался непрочным. Через 3 года Александр покинул жену и уехал воевать с англичанами. Из поездки он вернулся с молодой возлюбленной и тотчас потребовал развода. После расторжения брака Жозефина наслаждалась свободой, напропалую флиртуя с молодыми аристократами. Но ее манеры были еще недостаточно изысканными. Она слишком громко смеялась и любила яркие наряды. В свете молодую креолку находили невоспитанной и болтливой. И уязвленная Жозефина уехала на Мартинику к родным. Когда через 3 года она вернулась в Париж, город был охвачен революцией. Бывший муж Жозефины Александр Богарне, ставший своим человеком среди революционеров, помог ей завести влиятельных знакомых и стал частым гостем в ее салоне. Однако вскоре Александра обвинили в измене и заключили в тюрьму кармелитов. Через сутки в ту же тюрьму попала и Жозефина. 5 Термидора 1794 года виконта де Богарне казнили на площади Грен. Мадам Богарне повезло. От гильотины ее спас очередной революционный переворот. Выйдя из тюрьмы, Жозефина вновь поспешила окунуться в водоворот удовольствий. Однако она прекрасно помнила насмешливые взгляды, которые бросали в ее сторону светские красавицы. Поэтому твердо решила, настанет момент, когда эти высокомерные аристократки будут завидовать ее элегантным нарядам и изысканным манерам. Жозефина часами отрабатывала перед зеркалом эффектные позы, повороты головы, движения рук. Чтобы скрыть некрасивые зубы, она научилась улыбаться, не разжимая губ. Зато у нее был прекрасный голос, который мужчины находили обольстительным, и она научилась владеть им в совершенстве. Когда, наконец, мадам де Богарне появилась в свете, это была уже не вульгарная креолка из провинции, а уверенная в себе светская львица. При виде этой женщины, похожей на экзотический цветок ее родины, кавалеры теряли голову, а дамы завидовали ее успеху и спешно шили себе наряды под Жозефину. Генерал Наполеон Бонапарт увидел ее случайно. Увидел и влюбился со всем пылом молодого корсиканца. Эта победа далась ему нелегко. Бонапарт был беден и ничего не мог предложить Жозефине, кроме руки и сердца. А она не понимала, что находит окружающее в маленьком корсиканце, таком невежливом и неизящном. Но генерала превозносили газеты и наперебой приглашали в гости богатые парижане, и Жозефина решила не обращать внимания на его недостатки. Когда влюбленный Наполеон предложил ей обвенчаться, она, не колеблясь, ответила согласием. Через 2 дня после свадьбы Бонапарт отправляется в итальянский поход, затем в Египет. Он постоянно пишет жене письма, полные необузданной страсти, ревнует ее и подозревает в измене. А Жозефина тем временем без оглядки пускается в любовные приключения. Когда слухи о бесчисленных изменах супруги доходят до Наполеона, он, измученный ревностью, решает развестись с Жозефиной. Однако после возвращения в Париж понимает, что не в силах расстаться с ней, и неожиданно для себя самого прощает неверную жену. Но вот Бонапарт становится императором, и они с Жозефиной меняются ролями. Ее красота увядает. Наполеон все чаще изменяет стареющей супруге, а она, мучаясь от ревности и страсти,
пытается удержать его возле себя. На какое-то время это удается, и в 1804 году Наполеон возлагает на голову Жозефины императорскую корону. Пытаясь упрочить брак, Жозефина перед коронованием признается приехавшему из Рима папе, что не состоит в церковном браке с Бонапартом, и тот венчает их по всем правилам. Но через 5 лет Наполеон все же объявляет о своем решении развестись с Жозефиной, чтобы заключить династический брак с Марией Луизой Австрийской. Императору нужен наследник. Против ожидания Жозефина безропотно подчиняется и со словами «Я делаю это ради Франции» торжественно покидает дворец Наполеона. Долгих 5 лет Жозефина прожила в одиночестве, сохранив титул императрицы. Она не держала зла на Бонапарта и даже собиралась навестить изгнанника на острове Святой Елены. Этому помешала ее смерть от ангины весной 1814 года. Наполеон тосковал о покинутой им жене до конца своих дней. По легенде, умирая, он прошептал 3 слова. Армия, Франция, Жозефина.